Донорам крови все-таки будут платить, так решил Минздрав. На компромисс пошли после жарких споров с врачебным сообществом. Когда выплаты отменили, заменив на обеды, число желающих сдать кровь значительно сократилось. И это серьезно ударило по медучреждениям. Чтобы ситуацию стабилизировать, людям, которые сдают кровь для спасения тяжелобольных или раненых, предоставили право самим выбирать горячее питание или деньги. Размер денежных компенсаций не изменился, 5% от прожиточного минимума, который действует в регионе, где живет донор. Для того, чтобы воспользоваться правом выбора, необходимо написать соответствующее заявление.